Руководитель Исламской Республики Иран Аятолла Хомейни, выступая по радио Тегерана, объявил, что он согласен с резолюцией 598 Совета Безопасности ООН, хотя это решение, которое было принято по рекомендации политических лидеров страны, досталось ему крайне трудно. «Мы, — заявил Хомейни, — официально приняли прекращение огня. Нашей целью не является продолжение войны на основе новой стратегии». Ирак обратился сегодня в ООН и к Ирану с предложением перейти от общих разговоров к практическим шагам, направленным на установление мира между двумя странами. В письме генеральному секретарю ООН Пересу де Куэльеру министр иностранных дел Ирака Тарик Азиз предложил организовать встречу представителей Ирака и Ирана и начать прямые официальные переговоры о путях выполнения резолюции 598 Совета Безопасности ООН. Иракский министр призвал Иран воздержаться от ударов по нефтяным танкерам стран, не вовлеченных в конфликт.